бесконечном просторе вселенной Бог-творец и держитель миров сотворил величавую землю и повесил ее ни на чем. Над пустою безвидной планетой Божий дух совершенства являл, тьму рассеял и жизнью, и светом он сознание своем засиял. Дух Святой, утешитель, наставник, дух любви и святого огня, свет надежды моей и в долине теней, мой негаснущий в мире маяк. Дух премудрости, свет вечно сущий, был всегда путеводной звездой и всем жаждущим в мире заблудшим хлебом жизни, живою водой. От Эдемского сада блаженства до второго явления Христа Божий план — это путь совершенства, путь спасения, любви полнота. Дух Святой, утешитель, наставник, дух любви и святого огня, свет надежды моей и в долине теней, мой негаснущий в мире маяк. В день сошествия Духа Святого Бог великую тайну открыл средь глубокого мрака земного. Силой Духа Он церковь родил из жемчужинок душ драгоценных, жертвой Агнца мытых в крови. Он избрал и ведет свою церковь царство славы и вечной любви. Дух Святой, утешитель, наставник, дух любви и святого огня, свет надежды моей и в долине.